Чемпионат Луганской области по мотокроссу прошел в Северодонецке. Тогда же разыграли Кубок Украины «Восточная зона». 80 участников мотогонщиков приехали из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской и Луганской областей. За их скоростью и крутыми виражами наблюдали более 200 болельщиков и Александр Рыбальченко. В областном мотокроссе участвуют любители, профессионалы и ветераны мотоспорта. А первыми на трассу выезжают дети. Ярославу Крапивцеву 12, но он уже чемпион Украины. Этот титул завоевал в 2013 году. Долго, упорные тренировки и, конечно, поддержка родителей. Дети ездят 7 минут заезд у них, плюс 2 круга. Старше 15 минут, 12 минут. Зависит все от погодных условий. Все участники экипированы. Комбинезон, шлем, наколенники. Говорят, только так можно избежать серьезных увечий. Переломов никаких не было, были сильные ушибы. Без падений как бы никак, но через это все уже проходили. К чемпионату Луганской области, рассказывают мотогонщики, готовились заранее. Постоянные тренировки при любой погоде. Готовился, бегал, кардио занимался, тренировался постоянно. Пожалуй, тренироваться, чтобы была выносливость. Быть готовым на любую как бы погоду. В день мотокросса парило солнце и дул сильный ветер. Пыль летела во все концы. Сейчас в данный момент очень пыльно, будет ехать тяжело, потому что людей в заезде, наверное, нас объединят, и будет очень пыльно. Если бы пошел бы дождь, было бы намного проще. Зрителей более 200 человек. Приехали за зрелищностью и драйвом. И вот этот драйв, энергетика, которую заряжается публика этими соревнованиями подобными. Полностью вся подготовка, настрой людей, какое-то разнообразие у нас есть в нашем городе. То есть, ну, впечатлений очень много. Чемпионат Луганской области закончился. Лучшим мотогонщикам вручили кубки и денежные призы. А те, кто не смог занять призовые места, получили грамоты. Александр Рыбаченко, Николай Резниченко, Події.